Добрый вечер, дорогие товарищи. Мы рады видеть вас здесь, в этом зале. Здравствуйте, уважаемые зрители. Приглашаем всех любителей песни принять участие в заключительном вечере второго всесоюзного телевизионного фестиваля «Песня-72». Сегодня на нашем празднике песни поют лауреат всесоюзного и международного конкурсов, заслуженный артист Белорусской ССР Виктор Буячич. Лауреат международных конкурсов, заслуженная артистка республики Эдита Пьеха. Лауреат всесоюзного и международного конкурсов, заслуженный артист республики Александр Розун. Лауреат международных конкурсов, солистка Государственного академического большого театра Союза СССР Тамара Синявская. Лауреат всесоюзного и международного конкурса, заслуженный артист Чечено-Ингушской АССР Иосиф Кобзон. Заслуженная артистка республики Екатерина Семенкина. Артистки Нина Кудрявцева и Дана Муравьева. Лауреат всесоюзного и международных конкурсов, солист телевидения и радио Лев Лещенко. Лауреат международного конкурса, заслуженный артист Якутской АССР Кола Бельды. Лауреат международного конкурса Майя Кристалинская. Лауреат международного конкурса, заслуженный артист Российской Федерации Эдуард Хиль. Вокально-инструментальный ансамбль из города Черновцы «Смиричка». Лауреаты 4-го всесоюзного конкурса артистов эстрады. Вокально-инструментальный ансамбль из Белоруссии «Песняры». Лауреат международных конкурсов, народный артист Азербайджанской ССР Муслим Магомаев. Постоянный участник всех наших больших праздничных песенных передач и концертов эстрадно-симфонический оркестр Центрального телевидения и Всесоюзного радио, художественный руководитель и главный дирижер, народный артист республики, лауреат премии Ленинского комсомола Юрий Васильевич Силантьев. Сегодня мы приветствуем в этом зале создателей популярных советских песен. В нашем вечере принимают участие композиторы и поэты. Серафим Туликов, Юрий Полухин, Сергей Островой, Леонид Афанасьев, Игорь Шиферан, Марк Фраткин, Михаил Трецковский, Григорий Пономаренко, Вениамин Баснер, Михаил Матусовский, Людмила Лядова, Михаил Владимов, Ян Френкель, Лев Ашанин, Павел Айданицкий, Оскар Пельцман, Александр Морозов,
Валентин Левашов, Владимир Харитонов, Владимир Шаинский, Александр Тимофеевский, Игорь Лучинок, Иосиф Скурко, Арно Бабаджанян, Леонид Гербенёв, Александр Флярковский, Владимир Ивасюк, Палат Бюльбюль-Аглы, Николай Добронравов, Александра Пахмутова. К нам на праздник песни пришли образцовый оркестр военно-морского флота СССР, дирижер подполковник Левин. Радио, художественный руководитель, заслуженный артист республики Николай Кутузов. Ансамбль песни и пляски Московского ордена Ленина военного округа. Художественный руководитель, народный артист РСФСР, полковник Баблоев. Руководитель Борис Тевлин, непременный участник наших фестивалей, Большой детский хор Центрального телевидения и Всесоюзного радио, художественный руководитель Виктор Попов. Thank you.
Нам песня строить и жить помогает. И это еще раз подтвердили более 100 000 корреспондентов песни. Сны, видно много белой краски у войны. Владимир Ивасюк, «Червона рута». Ти признайся мені, звідки в тебе ті чари? Я без тебе всі дні у полоні печалі. Поведесь у ліса, ти ще зілля шукала, сонце руду знайшла і мене щарувала. Шукаю вечорами, ти у мене єдина, тільки ти, повір. Золото я продам, тої чистая вода, тої бистрая вода, синій гір. Ян Френкель, Расул Гамзатов, «Журавли». Селочной дороги шел я молча, и была она пуста и длинна. Только грянули гармошки, что есть мочи, и руками развела тишина. Широкая ведь с вами была, не сломала, и не
небо было мало и земли. Олег Иванов, Александр Прокопьев, товарищ. Я без ней, как ветром, наполню страну. О том, как товарищ пошел на войну. И северный ветер ударил в прибой, в сухой подорожник, в траву зверовой. Прошел он и плакал другой стороной, когда мой товарищ прощался со мной. А песня взлетела, и голос окреп. Мы старую дружбу ломаем, как хлеб. Чтоб дружбу товарищ пронес по волнам, мы хлеба, горбушку и дуба полам. Коль ветер лавиной и песня лавиной, тебе половина и мне половина. Владимир Шаинский, Владимир Харитонов. Не плачь, девчонка! Как будто ветры с гор рубят солдату сбор. Дорога от порога далека. И уронив платок, чтоб не видал никто, слезу смахнула девичья рука. Не плачь, девчонка, пройдут дожди. Солдат вернется, ты только жди. Пускай далеко твой верный друг. Любовь на свете сильней разлук. Не плачь, девчонка, пройдут дожди. Солдат вернется, ты только жди. Пускай далеко твой верный друг. Любовь на свете сильней Итак, песня 72. На суд зрителей, по уже сложившейся традиции, как и в прошлом году, песни представили популярные телевизионные и радиопередачи. В состав жюри нашего фестиваля вошли представители передач «Встреча с песней», «Голубой огонек», радиостанция «Юность», «Музыкальный киоск», передача «С добрым утром», радиопрограмма «Советская песня», «Арт-лото», «Музыкальные встречи» и программа «Москва и москвичи». Первое слово члену нашего жюри, представителю программы «Москва и москвичи» Ларисе Чердыниной. Мы очень рады, что можем открыть программу фестиваля песни, которая впервые прозвучала в нашей программе. Москвичам она хорошо знакома, потому что это песня о них, о нашем городе. Написал ее, эту песню, тоже москвич, московский композитор Серафим Туликов. Композитор Серафим Туликов, поэт Юрий Полухин. Я пою о Москве.
Что мы прочли в письме Марии Вакулко из города Нежино. Однажды я спешила домой, чтобы посмотреть вашу песенную передачу. Опаздывала, и вот из открытого окна полилась песня. Я невольно остановилась. То же самое сделали еще несколько человек. Мы все стояли и слушали песню. Когда она окончилась, мы переглянулись и улыбнулись друг другу. А ведь до этого мы были совсем не знакомы. Значит, песня – наш общий друг. И еще одно письмо об этой же песне.
Я отдаю свой голос за песню гражданского звучания, за богатырскую песню, потому что в пользу этой песни говорит борьба за власть советов, борьба за радость жизни, любовь к родной земле, голос души и сердца. И подпись «Чудновский» из Калинина. Большое вам рабочее спасибо за песню «Гляжу в озера синие», пишет нам семья рабочего Петра Ивановича Кузнецова из Ивановской области. И еще десятки, сотни тысяч любителей песни отдали свои голоса этой песне, которая пришла к нам из многосерийного телевизионного художественного фильма «Тени исчезают в полдень». Композитор Леонид Афанасьев, поэт Игорь Шоферан. «Гляжу в озера синие». Не знаю, счастье.
И где-то там, на повороте, над Ертышом, пронзая высь, две песни встретились в полете и словно сестры обнялись. Эти стихи ровно год тому назад в этом зале читал поэт, лауреат песни 71 Сергей Островой. Слово Сергею Григорьевичу, пожалуйста. Дорогие друзья, так уж повелось испокон века, что людям всегда приятны и всегда радостны хорошие традиции. Мы с вами сегодня присутствуем, и это можно уже сказать со всей ответственностью, при рождении великолепной, замечательной традиции. И нам особенно дороги бывают всегда такие традиции, которые рождаются у нас на глазах, и в рождении которых мы с вами принимаем всегда самое активное и непосредственное участие. Да, действительно, год тому назад, мы все это великолепно помним, вот в этом самом зале, с этой самой сцены прозвучали лучшие песни, которые были отобраны в результате огромнейшей кропотливой работы и получившие наибольшее количество голосов телезрителей. А что такое голосов телезрителей? Это значит, как мне думается, в наше время большинство голосов всех людей, любящих и поющих песни. Потому что в самом деле, кто сейчас не смотрит телепередач и кто сейчас не сидит у телевизора? Даже иногда больше, чем следует. Мне очень приятно и радостно, что я был лауреатом этого первого фестиваля. Мне особенно приятно и радостно, что позывными к этому фестивалю, начинающими их и завершающими их, стала моя песня, которую я написал когда-то с композитором Аркадием Островским. Она называется «Песня остается с человеком». Я приветствую всех вас, дорогие любители песни, дорогие гости, дорогие хозяева песни. Я приветствую новых лауреатов нашего замечательного фестиваля. Хочется, чтобы он жил долго-долго, этот фестиваль. И хочу прочитать маленькое стихотворение, маленькое стихотворное приветствие. Я лучом вожу по тебе струна, певучим стихом околдован рот. Песня — это такая страна, где королев выбирает народ. Он их выбирает щедрей и щедрей, вникая в талант и в душевную суть. Одних выбирает на несколько дней, других выбирает на весь свой путь, на всю дорогу, на жизнь, на век. Он с песнями в бой и с песнями в труд, он с песней уходит в разливы рек и в самый загадочно трудный маршрут. Я лучом провожу по тебе, струна, певучим стихом околдован рот. Песня — это такая страна, где королев выбирает народ.
Следующую песню на наш фестиваль представила радиопередача «С добрым утром». Слово ее полномочному представителю Эри Куденко. Видимо, все вы знаете об одном условии, которое организаторы фестиваля перед вами поставили. Каждый из вас должен был назвать три песни. Песню гражданского звучания, песню эстрадную и песню в народном стиле. И в редакцию поступило очень много писем, в которых зрители справедливо говорят, можно ли всегда вот так разграничить песни. Ну что такое, например, песня гражданского звучания? Это и песни о труде, это и песни о подвиге, это и песни о родном крае, и песни о большой любви, которая делает людей сильными и прекрасными. Не правда ли? И когда в нашей передаче «С добрым утром» впервые прозвучала новая песня о нашем севере, редакция получила огромное количество писем. Это были песни из письма из севера, из юга, из запада, из востока. И мы рады, что сегодня в этом фестивале эта песня справедливо награждается победительницей. Композитор Марк Фраткин, поэт Михаил Плецковский. «Увезу тебя я в тундру». Увезу тебя я в тундру, увезу седым снегом, белой шкурой медвежью брошу к твоим ногам. По прошедшему морозу поспешим на край земли, и среди сугробов дымных затеряемся вдали. Мы поедем и помчимся на оленях утром ранним, и отчаянно ворвемся прямо в снежную зарю. Ты узнаешь, что напрасно называют север крайним, ты увидишь, он бескрайний, я тебе его дарю. Увезу тебя я в тундру, увезу тебя одну, ярким северным сиянием твои плечи оберну. Звезды не загорится на ресницах серебром, сколько хочешь самоцветов мы с тобой соберем. Поймешь ты вдруг, почему себе так манит, так зовет полярный круг. Ничего, что здесь печали, не беда, что холода. Если ты полюбишь север, не разлюбишь никогда. Это письмо
от медсестры из города Прохладного Людмилы Милосердовой. Вы объявляли, что автор 100-тысячного письма будет приглашен в Москву. Вот если бы чудо совершилось, и можно было бы высчитать этот счастливый номер, я бы ночью не спала, но послала бы письмо вовремя. А это письмо из города Абая, Карагандинской области, от строителя Анатолия Хафизовича Габитова. Очень хочется, чтобы мое письмо было удачливым и попало к вам 100-тысячным, поэтому заканчиваю словами «до встречи». Еще письмо от студентов Свердловского техникума общественного питания. Нам, наверное, не удастся стать авторами 100-тысячного письма и побывать в концертной студии. Но мы обязательно посмотрим вашу передачу по телевидению. Мы верим, дорогие друзья, всем, что все, кто писал в наш адрес, сейчас, в этот час, вот у экранов своих телевизоров, вместе с нами, вместе с песней 72. И мы сообщаем вам еще один адрес. Белорусская ССР, Минская область, станция Пуховичи, почтовое отделение «Новая Заря», Марьина Горка, школа номер 3 и 97 подписей учеников 8 Б, 9, 10 А и 10 Б классов. Слово ученицы 10 класса Мариногорской школы Ире Урядовой. В адрес организаторов передачи «Песни 72» все наши школьники просили передать привет всем участникам этого вечера, всем любителям песни и особенно нашему земляку, лауреату премии «Комсомола Белоруссии» Игорю Михайловичу Лученку за его песни «Для нас, молодежи». Мы сегодня в этом зале... Мы сегодня в этом зале, потому что наша школа 100-тысячный корреспондент песни 72. Мы очень рады. Композитор Игорь Лученок, поэт Иосиф Скурко. Песня «Веросы». Веросы, веросы, веросы,
росы. Шапы ж расцветут снова росы. Тысячные корреспонденты, земляки Игоря Лученка, комсомольцы Мариной Горки, покажите, докажите нам, как вы любите песню. В майские дни прошлого года, когда свой 50-летний юбилей праздновала наша славная пионерия, впервые на телевидении прозвучала новая жизнерадостная песня. И путевку в жизнь ей дал наш телевизионный «Голубой огонек». И вот сегодня эту песню представляют ведущие «Голубого огонька» Лина Вовк и Геннадий Чертов. Сегодня мы с удовольствием представляем вашему вниманию песню, которые написали азербайджанский композитор Палат Бюльбюль-Оглы и московский поэт Николай Добронравов. Я хочу добавить только, что авторы назвали эту песню «Юность», а зрители дружно включили эту песню в число победителей. Музыка.
завоеванных снежных высот, дальних дней берега видны, юность — это мечта и взлет, это алая кровь страны. Наша юность — мечта и взлет, это алая кровь страны. Время бурное, время зоркое, дорог вечности каждый час. Я хочу, чтобы правда гордая испытала на прочность нас. Я не буду стареть, если рядом любовь со мной, если сердцем смогу согреть сердце нашей страны родной. Я не буду стареть, если рядом любовь со мной, если сердцем смогу согреть сердце нашей страны родной. Пусть встречают нас молнии гроз, пусть разлука и ночь без сна, вот на тонких ветвях берез зажигает огни весна. Вновь на тонких ветвях берез зажигает огни весна. Время бурное, время зоркое, дорог вечности каждый час. Я хочу, чтобы правда гордая испытала на прочность нас. Я не буду стареть, если рядом любовь со мной, если сердцем смогу согреть сердце нашей страны родной. Я не буду стареть, если рядом любовь со мной, если сердцем смогу согреть сердце нашей страны родной. Сердце нашей страны родной. Я не буду стареть, если рядом любовь со мной, если сердцем смогу согреть сердце нашей страны родной. Телевизионную передачу «Музыкальный киоск» в жюри нашего фестиваля представляет постоянная ведущая киоска Элеонора Беляева. Пожалуйста. Уважаемые товарищи, в нашем киоске вы всегда можете познакомиться с последними музыкальными новинками. У нас всегда бывают новые нотные сборники, книги, журналы. Мы знакомим вас с премьерами, представляем вам дебютантов. И, разумеется, на наших стендах всегда большой выбор грампластинок. Но, к сожалению, наши коллеги из фирмы «Мелодия» подвели нас. Они не выпустили пластинку с записью телевизионного фестиваля «Песни 71». Судя по многочисленным письмам, эту пластинку ждали. Мы надеемся, что «Песня 72» окажется более удачливой, более счастливой, и тогда на пластинке среди песен победителей 72-го года вы услышите и ту песню, которую сегодня вам представляет наш телевизионный музыкальный киоск. Композитор Валентин Левашов, поэт Владимир Харитонов, «Ты позови меня, Россия». В
я прилечу, ты только жди. Когда нелетная погода, когда туман или дожди, ты позови меня, Россия, я прилечу издалека. Ты позови меня, Россия, я прорвусь сквозь облака. Слово поэту Владимиру Гавриловичу Харитонову. Песня 73. А в прошлом году в этом зале я получил книжку за песню «Не плачь, девчонка» с надписью «Песня 72». И вот стихотворение, которое легло в основу новой песни «Мой адрес – Советский Союз». Это стихотворение посвящается 50-летию СССР. Мой адрес — Советский Союз. Колеса диктуют вагонные, где срочно увидеться нам. Мои номера телефонные разбросаны по городам. Заботится сердце, волнуется, почтовый пакуется груз. Мой адрес — ни дом и ни улица. Мой адрес — Советский Союз. Вы точки тире телеграфные, ищите на стройках меня. Сегодня не личное главное, а сводки рабочего дня. Я там, где ребята толковые, я там, где плакаты вперед, где песни рабочие новые, страна трудовая поет. Заботится сердце, волнуется, почтовой пакуется груз. Мой адрес — не дом и не улица, мой адрес — Советский Союз. Я, Давыдов Павел Викторович, учусь в 4 классе, а еще я хожу в 1 класс музыкальной школы по баяну.
Прошу вас, песня 72, исполните для меня песню «Погоня» из «Неуловимых мстителей». Уважаемый Павел Викторович, мы рады вам сообщить, что у вас очень много единомышленников, и вот даже песни «Погоня» желают удачи 540 учеников Чигиринской школы Черкасской области. А, пожалуй, больше всего удачи этой песне желают все 120 ее сегодняшних исполнителей. Большой детский хор Центрального телевидения и Всесоюзного радио, которым руководит Виктор Сергеевич Попов. Первые в жизни медали лауреатов. Шоколадные, правда, но все-таки медали. Ребята получили ровно год тому назад, 1 января, на нашем первом песенном фестивале. Но это было только начало. За этот год ребята стали лауреатами двух международных фестивалей на конкурсе детской песни в Народной Республике Болгарии и в Италии. Мы рады поздравить ребят. Поздравляем вас. Итак, композитор Ян Френкель, стихи Роберта Рождественского, песня «Погоня». Погоня, погоня, а я чей-то вин. Погоня, погоня.
играем на гармошке у прохожих на виду. К сожалению, день рождения только раз в год. Thank you.
Миронов, солист нашего хора. Авторы этой популярной ребячьей песенки — Владимир Шаинский и Александр Тимофеевский. В нашем вечере присутствуют и авторы фильма, писатель Эдуард Успенский и режиссер Роман Качанов. Пожалуйста. Почему я сначала скажу давай? Потому что у меня подарок с собой. В общем, я, ребята, так здорово исполнили песню. Лучше, по-моему, чем у нас в фильме. И мне кажется, что композитор Шаинский даже так не споет. И мы с собой принесли наших героев в подарок хору. Вот Чебурашка, Шапокляк. Ребята, мы дарим хору эти наши портреты, пожалуйста. Но вообще вы не теряйтесь, здесь очень много артистов известных, писателей, поэтов. Вы можете собрать и другие автографы здесь. Мы эти подписали портреты, а вы можете собрать другие автографы, здесь более интересные. И я думаю, что мы сейчас с вами встретимся в другой раз. Я хочу воспользоваться случаем, обратиться к ребятам с просьбой. Дело в том, что очень часто ребята просят написать продолжение этой истории с Чебурашкой, старухой Шапокляк и крокодилом Геной. Так вот, ребята, понимаете, что меня беспокоит? Я исчерпал весь запас каверс, который я знал, который старуха Шапокляк делает. Она отнюдь нехорошего поведения. И поэтому, если у вас есть какие-то там случаи смешные в школе, там какие-нибудь способы, ну, нарушение порядка, только более-менее дозволенные. Присылайте мне, я буду их использовать. Я думаю, что Эдуарда Успенского заботит судьба старухи, а я думаю вот о чем. Мы подарили три портрета наших героев, а хор большой. И как там пел наш герой? С днем рождения поздравит и на память. Что? Ребят, ну как там? Ну как он пел? Подскажи. Песок с кимо. Принесите с кимо, пожалуйста. Держи. Из Ленинграда пришла к нам песня «Ты и небо». Но прежде чем она прозвучит, мы прочтем еще одно письмо. Я хочу стать летчиком. Мне очень хочется летать. Раньше я учился плохо, но когда у меня появилось стремление к авиации, я взял себя в руки и стал хорошо учиться. И когда я окончу 10 классов, я не сомневаюсь, что я стану летчиком. И подпись. Ваш постоянный телезритель, Белгородская область, Алексеевский район, село Осадчие, Сова Виктор, ученик 8 класса, 14 лет и 8 месяцев. Дорогой Виктор, мы тоже нисколько не сомневаемся, что ты станешь, непременно станешь летчиком. Мы желаем тебе всяческих успехов. И для тебя, и для многих любителей песни, которые отдали свои голоса работе ленинградских авторов Александра Морозова и поэта Альберта Азизова, сейчас прозвучит песня «Ты и небо». Песню поет
ее первый исполнитель. Кино в нашем жюри представляет главный музыкальный редактор киностудии «Мосфильм», композитор Евгений Птичкин. Пожалуйста, Евгений Николаевич. Многие хорошие песни, сходя с экрана, начинают свою новую жизнь, приобретают своих новых исполнителей, своих новых друзей. На киностудии «Мосфильм»
была снята картина «Русское поле». Теперь вы все хорошо знаете песню из этой кинокартины, которая называется «Лебедь белая». Эта песня является сейчас лауреатом нашего фестиваля. Песню эту написали композитор Александр Флерковский и поэт Леонид Дербенев.
1972 года. Фильм, который снят на киностудии «Беларусьфильм». Этот фильм называется «Мировой парень». Я поздравляю лауреатов фестиваля «Песни 72», поэта Михаила Матусовского и композитора Вениамина Баснера с наградой от участия в фестивале «Песни 72». Они написали в этот фильм песню «Березовый сок». Часто пьянея от светлого дня, я брел наугад по весенним протокам, и Родина щедро поила меня березовым соком, березовым соком. Открой нам, отчизна, просторы свои, заветные чащи открой ненароком, и так же, как в детстве, меня напои березовым соком, березовым соком. И так же, как в детстве, меня напои березовым соком, березовым соком.
слово члену жюри нашего фестиваля, представляющему радиопрограмму «Советская песня», Чермену Владимировичу Касаеву. Пожалуйста. Ну, наша редакция песенная, и, соответственно, в нашей редакции много создается новых песен. Они звучат в передаче «Дора и Мефасоль», в авторских концертах в колонном зале Дома Союзов поэтов и композиторов, поэтов-песенников и композиторов. Достаточно сказать, что в этой итоговой передаче, составленной по вашим письмам, исполняется много песен, впервые прозвучавших в наших передачах. Такие, как песня Пахмутова и Добронравова Николая, «Герои спорта», песня Людмилы Лядовой и Вадимова, «Старый марш», песня Айданицкого и Ашанина «Ярославия», Бабаджаняна песня и Рождественского «Благодарю тебя». Эти все песни впервые прозвучали в наших передачах. А сейчас разрешите мне представить песню «Рождение 72-го года» «С рождения до вечности». Композитор Оскар Фельдсман, поэт Роберт Рождественский. Помощница,
любовь моя, владычица, им надо жить, как хочется, им надо жить, как дышится. Член жюри фестиваля, музыкальный редактор радиостанции «Юность» Рудольф Мануков. Прошу вас. Уважаемые товарищи, наш фестиваль еще очень молод, но несмотря на свою молодость, можно даже сказать юность, он имеет уже свои традиции. Поэтому я от имени радиостанции «Юность» предлагаю провести конкурс знатоков песни. Нашу советскую песню любит и поет не только наша молодежь, но и молодежь в любом конце нашей планеты. Сегодня в нашем зале вот сидят здесь зарубежные молодые наши гости, студенты московских вузов. И я предлагаю, чтобы и они тоже приняли участие в нашем этом конкурсе, конкурсе знатоков песни. Вы согласны, ребята? Согласны? Ну, прекрасно. Тогда я передаю слово диктору центрального телевидения Юрию Ковеленову, который проведет этот конкурс. Пожалуйста. Спасибо, уважаемая радиостанция «Юность». Только давайте условимся, что мы назовем его не конкурсом, а фестивалем. Итак, с удовольствием. Маленький фестиваль в нашем большом телевизионном фестивале «Песня 72». Наш фестиваль будет состоять из двух туров победителей первого тура. Первый тур пройдет прямо здесь, непосредственно в зрительном зале. Победители первого тура будут приглашены на концертную сцену нашей концертной студии. Итак, кто самый смелый? Я. Пожалуйста. Пожалуйста. Оркестр. Нам будет помогать музыкальный ансамбль под управлением Владислава Семенова. Пожалуйста.
Так, и кто следующий, пожалуйста? Тут ребята, которые сидят у нас в седьмом ряду. Ребята, я попрошу вас пройти сюда, пожалуйста. И вот так сейчас, значит, перед нами находятся самые голосистые и самые смелые. Я попрошу вас сюда, вы подниметесь на сцену. Игорь Леонидович, принимайте гостей, пожалуйста. Пожалуйста. Прошу вас сюда. Пожалуйста. Можно сюда подходить, пожалуйста? Еще туда подвиньтесь, пожалуйста. Пожалуйста. Дорогие друзья, я прошу вас представиться нашим зрителям, назвать свое имя и свою родину. Пожалуйста. Меня зовут Ишрат Занузи. Я из Шри-Ланки. Ната Фалуши Шужа из Венгрии. Меня зовут Юнаш Ажибет, я из Венгрии. Зовут меня Антонио Флорис из Колумбии. Меня зовут Саад, я из Лаоса. Маргарита Муручева, Москва. Агнешка Войт, Польша. Меня зовут Барбара Карель из Кубы. Милентьев Володя, Москва. Ирина Лабинская, Москва. Меня зовут Тому Донг из Нигерии. Меня зовут Вера Кудрявцева, Москва. Имад из Ирака. Лосева Люба, Москва. Меня зовут Джала Зирака. Меня зовут Антир Вирсинг из Республики Шри-Ланка. Спасибо. Мы поздравляем вас с победой в первом туре, а сейчас предлагаем вам выполнить задание нашего второго тура. Оно несложное. Вот вам всем вместе нужно составить единый вокальный ансамбль. Подумать и решить, какую песню вы нам сейчас споете все вместе. Пожалуйста, 15 секунд вам на размышление. Если вам нужна помощь Юрия Васильевича Силантьева, он к вашим услугам, учтите. Первый день Нового года. Мы хотим петь песню, которую знает молодежь всего мира. И обязательно нам подпоет весь зал. Thank you.
социально-демократической молодежи композитор Анатолий Новиков и поэт Лев Ашанин. Дорогие друзья, позвольте, это специальный приз, приз оркестра, преподнести самому смелому студенту, который выбрал именно вот эту замечательную нашу песню. Спасибо вам большое. Теперь, товарищи, в порядке ведения нашего заключительного вечера слово имеет Элеонора Беляева, музыкальный киоск. Простите, я не от имени музыкального киоска, а от имени всех членов нашего жюри. Пожалуйста, мы просим вручить памятный приз непременному участнику всех песенных передач, главному дирижеру и художественному руководителю эстрадно-симфонического оркестра Центрального телевидения и Всесоюзного радио, народному артисту РСФСР, заслуженному деятелю искусств Дагестанской АССР, лауреату премии Ленинского комсомола Юрию Васильевичу Силантьеву. Наш конкурс еще не закончился. Остается третий тур для всех вас. Угадайте слово на букву А. Правильно, вы угадали. Отдохните немного. Продолжаем наш фестиваль «Песня 72». Следующую песню фестиваля представляет популярная телевизионная передача «Музыкальные встречи» и ее постоянная ведущая Светлана Моргунова. Передача «Музыкальные встречи» представила на телевизионный фестиваль «Песни 72» песню Григория Пономаренко на стихи Маргариты Агашиной «Подари мне платок». Мы считаем ее своей, потому что впервые эта песня прозвучала в нашей передаче «Музыкальные встречи». Итак, «Подари мне платок».
разлюбишь меня. Ни о чем не спрошу, ничего не скажу. На дареном платке узелок завяжу. Подари мне платок, голубой лоскуток. Слово нашей гости из Башкирии, представительницы газеты «Вечерний Уфа» Алле Докучаевой. В нашей газете каждую субботу выходит страница «Добрый вечер». Она помогает уфимцам с пользой и интересно проводить свободное время. На этой странице есть рубрика «Песня товарищ». По заявкам уфимцев мы публикуем лучшие советские песни, которые им полюбились. Я захватила с собой несколько газет с песнями тех композиторов, которые присутствуют сегодня на передаче. И прошу юных помощников сегодняшней передачи вручить эти газеты. Когда Центральное телевидение объявило о передаче «Песни 72», мы обратились к нашим читателям с просьбой, чтобы они написали нам письма о тех советских песнях 72 года, которые они считают лучшими, с тем, чтобы потом коллективное мнение наших читателей представить Центральному телевидению. Мы получили очень много писем, у нас 83 тысячи подписчиков. Это письма от комсомольцев завода телефонной аппаратуры имени Кирова, с моторостроительного завода, от студентов авиационного института, из 6 класса Е47 школы, от учеников 57 школы. Всех не перечислишь и каждому, конечно, не ответишь. Но всем вместе мы бы хотели ответить и, наверное, сделаем это, опубликовав в следующем номере нашей газеты репортаж с этой передачи. В частности, я обратилась с просьбой к фотокорреспонденту Центрального телевидения Борису Евгеньевичу Вдовенко помочь мне и поработать сегодня еще и специальным корреспондентом «Вечерней Уфы». Его снимки будут опубликованы в следующем номере «Вечерней Уфы». Я с удовольствием сообщаю
своим землякам, что их мнение совпало с мнением миллионов телезрителей. Они назвали именно те песни, которые уже звучали сегодня и которые еще здесь прозвучат. И вот, в частности, сейчас будет исполнена песня, которая получила большое количество голосов читателей «Вечерней Уфы». Итак, песня композитора Павла Айданицкого, стихи Льва Ашанина «Ярославия». Красотой, как зовут тебя, Ярославна, Ярославна моя, постой. Разве сердце отдать не вправе я той, что солнцем обручена? А вокруг тебя, Ярославия, древнерусская сторона. Голубые глаза большие подарил Волжский плёс, от июльских полей России теплота золотых волос. Разве сердце отдать не вправе я той, что солнцем обручена? А вокруг тебя, Ярославия, древнерусская сторона. Дорогие друзья, большое спасибо вам. Вот я смотрю тут на моих товарищей, поэтов и композиторов. Это очень непросто написать песню. Если вам рассказать, как это происходит, то вы очень удивитесь. Но я вот в эту книжку напишу 4 строчки, даже не самые новые. Я знаю, как песня родится, как ранит, как все в ней до срока темно, как яростно спорят в ней 2 дарования, пока не сольются в одно. Уважаемые любители песни, если вы помните, в прошлом году в адрес песни 71 пришло 30 тысяч писем, то в этом году число корреспондентов увеличилось больше, чем втрое. Мы, конечно, понимаем, что вы не ждете ответного письма, потому что вот программа сегодняшнего вечера – это и есть самый полный и подробный ответ. Тем более в оценках своих песен вы на редкость единодушны. Вот, например, несколько писем, которые адресованы одной песне. Нас 1000 человек, и все мы работаем проводниками вагонов. Мы всегда в пути.
Мы так любим эту песню, а слышать ее приходится нечасто. Это нам написала проводник Надежда Волкова. А Людмила Юрьевна Баранова из Саратова пишет так. «Хорошо, когда песня приходит на помощь, хорошо, когда она трогает людские души». Композитор Александра Пахмутова, поэт Роберт Рождественский, «Полынь». Телевизионная передача «Арт-Лото». Ведущий артист Федор Чехарков. В передаче, которую я представляю сегодня в этом авторитетном жюри, в нашей передаче прозвучали многие песни, которые названы лучшими песнями 72-го года. Но, к сожалению, наша передача связана не только с песнями, она связана и с математикой. Наша таблица 49 клеточек, 49 номеров, и никуда мы от этого не денемся. Но вот уже 2 года существования нашей передачи нам показали, что нужно что-то делать, потому что появляются новые исполнители, новые ансамбли. И каждый год мы пересматриваем нашу таблицу. И вот сегодня я представляю песню, которая еще не звучала у нас в артистическом лото, но которая наверняка прозвучит, потому что ее будет исполнять ансамбль, который, я уверен, будет представлен таблице артистического лото. Это песня композитора Владимира Ивасюка «Водограй». Ла-л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 а
течет вода, течет быстро, а куда не знает. Поміж гори звіт широкий тече, не вертає. Ми зайдемо в чисту воду, біля водограю, і попросив його пісню на всі голоси, що хочеш, водограю попроси. Струни дає тобі кожна весна, дзвінкість дарує їм осінь ясна. А ми зіграємо на струнах роти, хай розсіллють вони радісний сміх. Ла-ла-ла-ла-ла-ла. Салавата мы получили вот такое письмо. И хотя под ним было 150 подписей, любимую песню салаватцев победила другая песня. И вот прошел год, и оказалось, что любимая песня салаватцев, за которую они голосовали, не потеряла своей популярности. Авторы этой песни – композитор Арно Бабаджанян, поэт Роберт Рождественский. Называется эта песня «Благодарю тебя». Благодарю тебя.
тебе прошла, за то, что для другого сбудешься. Благодарю тебя за то, что со мной была, еще за то, что не забудешься. За шепот и за крик, за вечность и за миг, за отгоревшую зарю. Тихо, Калининской области. Письмо от семьи Ставничих. С давних пор в жизнь вошла народная песня. Слушая старинные или современные народные песни, чувствуешь в них голос народа, видишь картины природы, чувствуешь все то, что интересует и волнует нас. Очень много народных песен, но среди них у каждого есть своя любимая. Народная песня, которая сейчас прозвучит, включена в нашу программу по многочисленным просьбам любителей песни из разных городов и республик нашей страны. Белорусская народная песня «Косю ясь конюшину». Thank you.
Сегодня, как молодой солдат в песенном строю Нового года, встала новая песня. Композитор Людмила Лядова, поэт Михаил Владимов. Старый марш. Эй, музыканты, где ваши ноты? Ждет вас сегодня много работы. Помним былые славные битвы, марш заиграйте, старый забытый. Пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам. Пам-п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 ам. Смяты страницы ветром атаки, пули пробиты, нотные знаки. Он против контры шел, наступая, в кожанке щерца, в бурке чевая. Почему же сейчас он в отставке? Старого марша нам ли стыдиться? Всем, что нам свято, будем гордиться. Жалейте, радость до края в сердце налейте. Пусть подпоет нам бравый наш маршал, он ведь ровесник старого марша. Красные кавалеристы кинта нас, прилетники и чистые ведут рассказ о том, как ночи ясные, о том, как дети нас. Поют нам братья по классу, в ногу шагая, маршу согласно. Срыты окопы, списаны танки, старому маршу нету отставки. Пора, пора.
Предоставляем слово редактору радиопередачи «Встреча с песней» Терезе Владиславовне Рымшевич. Пожалуйста. Старый марш, старые песни. Думается, нет старых песен. Есть песни очень хорошие, не очень и, увы, плохие. А хорошие песни всегда молодые. Смело товарищи в ногу. Марш веселых ребят. Вперед заре навстречу. Калинка. Всю-то я вселенную проехал. Подмосковные вечера. Потеряла я колечко. Все эти песни, пожалуй, это звучащая история нашей Родины, нашего искусства, нашего народа. Ведь по песне можно узнать человека, о нем узнать, его мысли, его чувства. Наша редакция получает очень много интересных, трепетных, взволнованных писем об этих песнях. Когда приходят новые песни и становятся друзьями, новыми друзьями, нам тоже об этом пишут. Вот в кино прозвучит песня, а сейчас в кино пошли опять хорошие песни. Мы ее исполняем по просьбе наших слушателей. Потом вы сами поете эти песни, поют их артисты. И вот сейчас такая песня продолжит нашу передачу. На войне о жизни любят говорить, ибо жизнь солдата тонкая, как нить. Пролетела мина, пронесло снаряд, и опять о жизни люди говорят. Эти строки из песни, написанные в 1944 году, лейтенантом, командиром танка Геннадием Сорокиным. Прислала нам эти строки врач из Казани Елизавета Ивановна Смелова. «Песня за того парня», пишет нам бывший фронтовой врач, товарищ Смелова, «воскресила для нас образ танкиста Гены Сорокина. Она как бы посвящена ему». Мы служим вместе уже второй год. И пишем вам на простой бумаге, потому что на открытке наши подписи не умещаются. Мы за того парня, солдаты Энского гарнизона. И мы за того парня, пишет нам семья Прониных из совхоза Нововладимирский Целиноградской области Казахской ССР. Композитор Марк Фраткин, поэт Роберт Рождественский. За того парня из кинофильма «Минута молчания» исполняет песню ее первый исполнитель. Вселенной 20 лет мало. Даже не был я знаком с парнем, обещавшим я вернусь, мама. А степная трава пахнет горечью, молодые ветра. Сыпаемся мы, и грохочет над полночью. То ли гроза, то ли эхо прошедшей войны. Обещает быть весна долгой, ждет отборного зерна пашня. И живу я на земле доброй за себя и за того парня. Я тяжести такой гордость,
но иначе жить нельзя, если все зовет меня его голос, все звучит во мне его песня, а степная трава пахнет горечью, молодые ветра зелены, рассыпаемся мы, и грохочет над полночью, то ли гроза, то ли эхо прошедшей войны. В этом году на международном фестивале современной песни в городе Сопоте в Польше эта песня получила первую премию. Ее исполнял солист Всесоюзного радио и телевидения Лев Лещенко, которого я прошу исполнить ее сейчас для вас. Пожалуйста, Лев. Я сегодня до зари встану, по широкому пройду полю, что-то с памятью моей стало, все, что было не со мной, помню. Бьют дождинки по щекам впалы, для вселенной 20 лет мало. Даже не был я знаком с парнем, обещавшим, я вернусь, мама. А степная трава пахнет горечью, молодые ветра зелены. Просыпаемся мы, и грохочет над полночью, то ли гроза, то ли эхо прошедшей войны.
обещает быть весна долгой, ждет отборного зерна пашня. И живу я на земле доброй за себя и за того парня. Я от тяжести такой горблюсь, но иначе жить нельзя, если все зовет меня его. Степная трава пахнет горечью, молодые ветра зелены. Просыпаемся мы, и грохочет над полночью то ли гроза, то ли эхо прошедшей войны. Просыпаемся мы, и грохочет над полночью то ли гроза, то ли эхо прошедшей войны. Я сегодня до зари встану, по широкому пройду полю. Что-то с памятью моей стало, все, что было не со мной, помню. Песня и спорт, они всегда неразлучны. Вместе с нашими спортсменами советская песня победно прошла по многим стадионам мира. И мы рады видеть среди любителей песни здесь у нас в концертной студии прославленных героев Мельбурна и Рима, Мехико и Мюнхена, чемпионов Советского Союза, Европы, мира, олимпийских чемпионов, Александру Забелину. Галину Степанову-Прозуменщикову. Елену Петушкову. Владимира Васина. Игоря Тер-Аванесяна. Ларису Латынину. И Александра Медведя. Короче, в этом зале присутствуют люди разных профессий, разного возраста. И нас объединяет эта одна любовь к песне. Вы знаете, мы в этом году, в 72-м году, получили большой подарок. Нам подарили песню Александра Пахмутова и Николая Добронравов. А исполнил эту песню впервые на Олимпиаде в Мюнхене Муслим Магомаев. Вы знаете, наверное, даже сами авторы и исполнитель
не отдают в полной мере себе отчета, как много они сделали для того, чтобы мобилизовать все силы спортсмена для вот этой убедительной победы, которую мы одержали на Олимпийских играх. Вот мы все за такую песню, а вы? А вы, товарищи, кто за эту песню? Поднимите руку, пожалуйста. Единогласно. Итак, Александра Бахмутова, Николай Добронравов, герои спорта. Сегодня здесь, в концертной студии Центрального телевидения, на встречу с композиторами, поэтами, исполнителями собрались миллионы и миллионы истинных любителей песни. Много прекрасных песен подарил нам этот год. А сколько прекрасных песен вернулось из лет минувших и гордо встали в строй с песнями-новичками. И каждый из них, слетев с голубого экрана, нашла своего адресата, нашла именно того, кому она нужна, особенно нужна и дорога. Из песни мы покоряем неприступные вершины. С песни выходим в поле и открываем тайны земных недр. С песня всегда с нами и в радости, и в трудные мгновения жизни. Песня помогает сказать нам о любви. И где бы вы ни находились, на необъятных просторах нашей Родины, всегда во всех ваших делах с вами испытанный добрый друг, советская песня. Потому что песни –
ты не скажешь «до свидания», потому что песня никогда не расстанется с тобой. И заканчивая нашу встречу, мы говорим: «Доброго пути тебе, песня 72! Здравствуй, песня 73!»